Здравствуйте, друзья! С вами Цветочный домик и я Светлана. Бегу домой после недельной отлучки. А это мой дом, куда недавно прилетел дрон. В нашей квартире два цветка упали с полки, а вот соседям повезло меньше, повыбивало стекла. Это с другой стороны дома. И вот теперь каждый раз выбегаю из-за поворота и смотрю, цел ли дом. Не раздеваясь, бегу смотреть, как питомцы пережили без меня целую неделю. Вот. Ну, в общем и целом, все более или менее пережили. Больше всего я волновалась вот за эту бегунью, и она действительно немножко обиделась. И за некоторые фиалки. И я их сейчас покажу. Вот они, эти милашки. Мне их подарила Елена, с которой мы познакомились на Юле. Она сказала, что название сортов она точно не знает, но среди них 100% есть сорт «Русский сувенир». Так как они выросли лошадками, земля быстро пересыхает. А судя по всему, вот это русский сувенир и есть. Что требуется? Ну, конечно же, пересадка на случай, если я снова покину их ненадолго. Мы дадим им побольше объем земли, чтобы земля быстро не пересыхала. Вижу, вот на этой розетке тоже бутоны. Интересно, какой это сорт. Вообще, я предпочитаю знать название сортов любых растений. Но тут во мне взыграло такое любопытство, невозможно интересно стало, а как зацветет вот та или иная розетка. Вот простое банальное любопытство. И теперь у меня накопилось их вот столько. И надо их все довести до ума и посмотреть, что у нас из этого получится. Ну вот с этой розеткой более или менее ясно. Действительно похоже на русский сувенир. И вот там я вижу множество бутончиков. Вот интересно, кто вот здесь. Совсем маленький стаканчик с землей. А бутонищи уже вот вовсю наросли. Возможно, что это тоже русский сувенир. Но тут, конечно, надо будет подождать, чтобы удостовериться. Мне, конечно, страшновато пересаживать с такими бутонами, а вдруг она обидится. Но мы сделаем аккуратно перевалку так, чтобы она даже не успела сказать «ой». Но это растение без бутонов, тем более надо пересадить. И остались еще листочки с детками. Вот такие горшочки возьму, мне кажется, в самый раз. В самой глубине закромов цветоводческих аксессуаров нашелся пакетик Классмана. Ну что, начнем, наверное, вот с этой цветущей. Чуть-чуть слегка обминаем. Самую малость. Надо, чтобы все вышло целиком, не разрушив. От этого зависит успех перевалки. Вот. Вот. Все-таки вот эти большие камушки мы отсюда берем, они лишние. Надо, чтобы все же фиалочек, чтобы села поглубже. Ну вот так вот, в самый раз. Я сильно не приминаю, но просто так вот чуть-чуть подравниваю. Аккуратно вынимаем стаканчик и гоп, все. Надеюсь, что она ничего не заметила. Оставим под подсветку. Со вторым горшочком поступаем точно так же. Только сейчас я предлагаю пересадить вот эту. Мне кажется, ей так хочется покушать. Мне кажется, что это тоже будет русский сувенир. Так интересно, что это. Такие уже бутончики, прям вот они, смачные. Поэтому сейчас мы тоже ее очень аккуратно вынем. Вот тут корневая. Так, вот я ее чуть-чуть потянула. Не отошла она уже, корешки, видимо, здесь прихватились. О, пошла. Какая распрекрасная здесь корневая. Чтобы процесс пошел быстрее, я ставлю все просто вот так в пакет. И вот так вот приваливаю землицу. Так, чуть-чуть надо примять легким движением. Не то чтобы прям так утрамбовываем. Просто вот чуть-чуть так вот проверяем, так сказать, на пустоты. Если там вдруг вот палец проваливается, то еще подкинуть земельки. Ну и вот так вот это получилось. Вот такая красота. Стаканчик аккуратно вынимаем. И где наш зацветающий ребенок? Хотя, конечно, положено вот здесь нарушить корневую,
чтобы вот они были не кольцом. Ну, что-то, честно говоря, вот такие, когда бутоны, нарушать корневую, мне как-то, честно говоря, страшновато. Я думаю так, что она сама разберется, поэтому посажу ее без нарушения корневой. Вот она хорошенечко села у нас. Вот так. Очень даже вполне себе устойчиво. Ну все, теперь я за нее спокойно. Мой кочевой образ жизни, который мог привести к пересыханию в таком маленьком стаканчике, теперь этой фиалке не страшен. С третьей фиалкой сделали все то же самое. Итак, мы пересадили вот эти три подарочные лошадки. Две из которых с бутонами, одна без бутонов. Она вот в этом стаканчике сидела. И теперь вот в эти стаканчики, которые от них остались, я так подумала и решила, что, может быть, нам вот этих незнакомцев сюда отсадить, раз уж так сложилось, и, может быть, их сразу, чтобы они долго не ждали, взять да и отсадить. Кто вот только интересный это? Посмотрим. Такая у нас детка. Здесь корешки, конечно, побольше пострадали, но ничего страшного. Здесь хорошенькая корневая. Ну вот это последняя детка на сегодня, которую мы пересадили. Напомню вам, что у меня есть канал в Дзен, есть группа ВКонтакте, где вы можете все еще раз подробно посмотреть. А на этот цветостаноте я с вами сегодня прощаюсь.